Привет, подписчики и гости моего канала. Свяжем сегодня соплю. Соплю маленько необычную. С бусинкой. Такое вот. Головку красим. На пайку, вернее, коричневым маркером. Таким вот. Всё. Перманентно. Черная моя самодельная монтажка. Под слой будет вот такой вот. Крепим. Формируем. Яйцеклад. Хвост будет и синий органзы. Берем 3 ниточки. И прикрепляем. Теперь их уровень надо обрезать. Оп. Все, монтажка больше не нужна. Отодвинем маленько сейчас. Убираем мусорку, ставим нашу дайпинг и начинаем набирать. А, ну сначала расщепляем. И набираем дайбинг. Это советский плюш. Предварительно растеребил я его. Смешал в кофемолке с блёстками. Вот получился такой вот замечательный дайбинг. Смесь Китсона я ее назвал.
так как плюш мне Саня Кицын подогнал. Скручиваем лишнее, как всегда. Убираем. Докрутили. Ну и начинаем укладывать виток к витку. Так, дошли до бусинки. Лишнее надо убрать. Делаем контрольный узел, хорошо протягиваем его. И обрезаем вровень с жалом. Ну что теперь? Надо это все расчесать и лишнее обстричь. Сверху и по бокам. Снизу не трогаем. Хвостик этот надо маленько распушить. Ну и все. Все зачесываем назад. Головка будет black. Дайбинг убираем, ставим назад мусорку. Галстучек Чинеса Ред. Сначала вот к переду сюда его, а потом так зажимаем и крепим хорошо. Формируем головку. Контрольный узелок. Ну
Ниточки эти тоже расщепляем. Ну и все. Осталось залакировать головку. Головку лакируем вместе с напайкой, чтобы маркер наш не стирался. Ну вот, получился такой ручейник в гламурном домике. Ну и вот так вот она в мокром виде выглядит.